Nokia 6600S. Замена разъема заряда. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6600S». Разъем заряда в данном аппарате чаще всего выходит из строя по причине механических повреждений. Классический случай поломки разъема заряда – это падение телефона, стоявшего на зарядке. Пинцетом аккуратно извлекаем разъем заряда из корпуса. Новый разъем заряда пинцетом устанавливается на место старого. Все, разъем заряда заменен.